Всем привет, дорогие друзья! Как и обещал ранее, решил я сделать обзорчик на iStick Pico после месяца использования. Рассказать, то есть, все недостатки по данному девайсу. Как бы, что, допустим, как показалось мне самым основным. Коробочку в сторонку. Так. Что касаемо сразу качества сборки, плюсы. Я начну с плюсов, наверное, закончим минусами. Качество сборки, да, не подвело, кнопка работает хорошо, то есть зарядочка идет, как бы вход для USB, он не сломался, не расшатался, все хорошо. Я сразу при покупке через сайт обновил данный девайс до версии 1.0.3. Кажется, да, если не ошибаюсь. В принципе, доволен. Остался доволен после месяца использования. Как бы. Теперь, что касаемо минусов. Окантовка, вот эта вот хромированная, и кнопка начинают чуть-чуть стираться. То есть, появляются признаки то ли латуни, то ли меди, непонятно. Ну, короче, напыление начинает потихонечку стираться. Как бы вот это что, да, неприятно. Теряет, как говорится, свой блеск. Так, что касаемо аккумулятора. Аккумулятора, конечно, я рассчитывал, что его будет хватать на дольше. Парю я обычно на 25 ваттах. Сейчас 35 поставил. До этого как бы месяц весь почти на 25 я использовал. Аккумулятора на день не хватает. Вечером приходится его заряжать. Допустим, утром я снимаю с зарядки, ну, ближе к вечеру, уже в часа 4 вечера приходится его подзаряжать, потому что он все сдыхает. На холоде, сразу говорю, аккумулятор разряжается вообще в разы быстрее, то есть на морозах. Как бы если вот носить теперь его, данный девайс, нужно ложить его постоянно в теплое место, чтобы аккумулятор не замерзал. Аккумулятор, я повторюсь, брал шоколадку LG на 3000 мАч. Вот, придется докупать вторую, наверное. Сейчас попозже будем заказывать еще одну. Того же самого продавца, потому что там доставка быстрая. В принципе, продавец сам по себе молодец, общительный, вопросов нет. Так, минусы по поводу iStick Pico, все, больше нету. То есть, единственный минус, это вот что облазит вот это вот хромированное напыление. Что касаемо бака Melo 3. Бак подтекает иногда, вот в основном вот через эту щель, то есть через обдув. Подтекает, вытекает жидкость. Пробовал я уже и голову посильнее прикручивать, то есть закручивать, и сам бак ринги поправлял, но ничего не помогает. Видимо, ну, сборка такая, или особенность конструкции. На морозе, то есть, когда заходишь в тепло, подтекать начинает через оринги. Как бы это прям заметно. Поэтому я говорю, держите данный девайс постоянно. То есть старайтесь держать его в тепле. Так, что касаемо респ. Респ. Если долго не прочищать, то есть долго не открывать данные, то есть резы, не пользоваться данными резбами, они... То ли присыхает, то ли из-за жидкости они там закипать начинают. Потом, то есть, появляются проблемы их раскручивания, разборки атомайзера. Также для смены голов там вообще проблематично. То чуть-чуть ли не пассатижи приходится брать, чтобы их оттуда раскрутить. Это второе. Так, что касаемо теперь запасных голов, не знаю, кто мне когда покупал, то есть советовался с людьми, кто как говорил, кто говорит, ну, недели на две, на три хватает, кто говорил, то есть чуть ли не полтора месяца одной пользуется. Все это, ребята, гон, на самом деле, по мне. Конечно, все зависит от активности парения. Вот у меня, допустим, за день уходит два бака таких, то есть... 2-2,5 бака, в зависимости от интенсивности парения и жидкости, смотря как жидкость, то есть испаряется. Самих сменных голов, вот у меня за месяц ушло 3.
Одну я что-то там запорол, там решил похимичить, там посмотреть вообще, что там внутри из чего состоит. Ну, как бы запорол одну голову. Тут стоит по факту третья голова. После недели использования появляются гарики. Тут как ни крути. То есть это вам не спираль сменная, то есть это вам не обслужка, которую можно почистить. Здесь чистки она не поддается. Не знаю, уже пробовал там иголки почистить и ватой, то есть, ну, не получается. Все равно гарики остаются. В среднем рассчитывайте как бы полторы недели, ну, две максимум недели, это, то есть, одна сменная голова. В месяц у вас, ну, будут стабильно три отлетать, то есть, если вы заботитесь, то есть, о себе, там, не хотите гарью дышать, тогда будете менять в среднем раз в полторы недели. Если парить на 25 ваттах, то есть, повторяюсь, аккумулятора хватает, ну, чуть больше, чем на полдня, и, соответственно, жижа также, то есть, уходит медленнее. Если я выставлю на 50, вот я пробовал на 50, ну, конечно, жестковато получается. Вот сейчас для меня самый оптимал это 35, вот с этой жидкостью фрутоиловской 35. Если поставлю на 50, то, соответственно, аккумулятор еще быстрее разряжается, жидкость тоже будет уходить гораздо быстрее. Так что тут уже выбирайте сами, как бы. Хотите много пара, значит, соответственно, и будете заряжать чаще аккумулятор, больше жидкости добавлять. Если, как бы, хотите такой средненький пар, то 30-35 этого достаточно. Девайс обновляется постоянно, то есть заходите на сайт, обновляете. Проверял я его на подлинность. Подлинность, все прошло, все успешно. То есть, все хорошо. Теперь, опять же, совет какой. Взять второй аккумулятор. Вот сейчас буду пробовать купить как бы Дрипка Бак ТФВ-8 или Гриффина 25. Вот сейчас думаю, что прикупить, цена, в принципе, цена вопроса одинаковая, что тот 1800, что другой где-то в пределах этого же стоит. Смотрел обзоры тоже на ютубах, как говорят, ТФВ-8 намного лучше. Но, опять же, есть косяки по поводу того, что бак очень часто протекает. Закажу, наверное, сегодня, скорее всего, уже сегодня-завтра сделаю заказ. Там сколько, недели 2-3 он будет идти. Как придет, сразу же запилю видео, вместе с вами сделаем намоточку, заправим, попробуем попарить. Что касаемо, как говорят, он на 25 миллиметров, также покажу, заказал я одну штуку интересную, радиатор, который, то есть, получается, переход здесь увеличивается, будет на уровне данной крышки, и вы уже сможете накручивать более толстые баки, то есть там 25 миллиметров и больше. Самое главное, чтобы айстик потянул. Ну а так, в целом, как бы, средняя оценочка данному девайсу, ну, 4 с плюсом, вопросов нет, то есть, как бы, пока работает, тут месяц уже пользуемся, посмотрим, как поведет он себя дальше. Советую для покупки, тем более цена-качество, как бы, 2300 рублей, я думаю, вы лучше не найдете. Ссылочку также на данный девайс оставлю, на этого продавца. Посмотрите, если что, подробный обзор iStick Pico в предыдущем видео я делал, запиливал. Смотрите, как бы, продавца советую. Продавец очень хороший, общительный, зададите ему вопросы там. Он вам всегда отвечает на русском языке, то есть все нормально там. Ну, как бы, в принципе, все. В следующем видео запилю обзор, как обещал, вот на данную жижу Fruitoil. Это не рекламная акция, это ничего, покупаю я, ребят, за свои деньги, чеки покажу вам, то есть все там нормально. Просто жидкость понравилась. Ждите обзорчика подробного. Заказывал я очень много жидкости разных вкусов, там поподробнее рассмотрим. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, я всегда очень рад ответить на ваши интересующие вопросы. До новых встреч, всем пока-пока.